А. Вы человек такой интересный. Вот я готовился и вас всех привел на ваш компьютер, да? Ну, конечно. Казачок такой заслуженный. Это на моем... Я подумал, что если для всех рабочий стол, так мне тогда сегодня капут. А как это? Понимаете, я даже... Это не может сделать даже самый, как говорится, профессиональный программист такого бы не сделал. Это вы опять выдумали что-то непонятное. Это идет просто скачивание вам на рабочий стол. Это я сделал удобно, чтобы человек зашел и скачал себе на рабочий стол. Понимаете как? Так он ко мне на рабочий стол-то заходит. От меня брать-то, что он будет скачивать-то? А у меня на рабочем столе... Куда вам на рабочий стол он заходит? Ну вот, которая скачать, я сейчас зарядил, и она... Сразу выкидывает мой рабочий стол. И они указывают, что качай. Любое бери, подгребаю, все. Какой она ваш рабочий стол выкидывает? Она вам на рабочий стол просто закачивает папку и все. Нет, она показывает ее. Весь мой рабочий стол открывается. Игнатий, еще ради бога, только не это, не выдумывайте ерунду всякую. Это, я три раза попробовал. На грани фантастики такое, что вы придумали. Ну, может, это у даже, меня только так. Такого даже профессиональный программист не сможет сделать. Я перепугался прямо-таки. Я три раза сделал, и все выводит только на рабочий стол мне. Выбирай, что хочешь. Ну, это для удобства. Чего выбирай, что хочешь? Это для удобства человеку скачать на рабочий стол, да и все. Это у каждого. Вот я буду скачивать, если, у меня на рабочий стол. Если бы она указывала... Скачивать, у него на рабочий стол скачать. При чем есть? А вот это нельзя как-то что вот эти, которые я дал, на два файла, так их как-то занести на форум или так куда? Вот, скачали эту папку, и она в двух файлах теперь откроется. Но это вы не понимаете. Люди, которые будут скачивать, они все понимают. Но я-то когда... Указатель-то туда. Она скидывает на мой рабочий стол и не указывает, там что она указывает. Сейчас я вот зайду в ваш компьютер, я вам покажу все. Сейчас, секунду. Я сейчас вот с Володей, рядом Володя стоит. Вот я ему сейчас покажу, чтобы он подтвердил. Может, это только на моем компьютере, но вообще другого-то и нету. Сейчас, секунду, вы мне этот скажите пароль. Давай. А потом я вам покажу, как это есть. Я думаю, это как же так-то? 7-7-4-8. 7-7-4-8. Я вижу. Честно, закройте. Закрыть что? Закройте окна. Закрыть. Окна, закройте, окна. Окна, ну вот это я закрыл. Так. Чтобы рабочий стол был виден. Да. Ну вот. Она прямо по ссылке, я скачать. Она мой рабочий стол показывает, и бери, что хочешь. Сейчас, секунду. Я так ахнул, присел, думаю, давно она стоит, нет? У меня тут самое таинственное стоит, и все мои данные, паспорта, и все. Ну, придумали, а? Вообще, до такого и додуматься там в голову не придет. Где я дал эту ссылку? Она на книге-то нет. Книги даже я выбрать и то с трудом смогу. Он говорит, где эта ссылка, которую он дал вам? Ну, я как покажу-то? Это от меня надо? Вот я при тебе. Саша Сергей пока ничего не делает, я просто Володе покажу. Так, вот смотри. Внимательно гляди. Вот я завожу сейчас здесь. А вот Сергей показал, где у него. Он показал скачивать. Вот я вхожу в сообщение. Гляди внимательно. Наблюдай. Вот открывает, а тебе он пишет. Теперь скачивать можно по этой ссылке. Ну, по этой ссылке я на нее давлю. Правильно делаю? Ну, если ее не давить, так а что тогда? Ничего и нету. Я на ссылку надавил. Она у меня здесь. Вот. Она показывает перейти. Я перехожу. Вот она проходит. Здоровье, дар, болезнь, дар, бесценный. Дальше. Книги для скачивания. Справа красным. Скачать. Я написал «скачать», я давлю на нее «скачать». Смотри внимательно. Она показывает, выбросила рамочку «сохранить». Я сохраняю. И она выкидывает, что мой рабочий стол весь. Она рабочий стол так мой это весь. Это ваш компьютер.
Это ваш компьютер показывает вам рабочий стол, вас, куда вам сохранить лучше ее. Это только для вас показывается, понимаете? Это не всем людям, а только для вас показывается. Ну я-то не знаю, пояснить. Сохранить как? Это он для вас показывает-то. Ну а что я сохранить, когда у меня есть? Я так и не понял. И что мне сохранять-то? Это... Я дал вам ссылку, где люди теперь скачивать могут ее. Где люди могут скачать? Вы давайте эту ссылку людям. Вот на его сайте он сделал ссылку, чтобы могли книги скачивать ваши. Только не с вашего стола-то, а там у него на этом. На сайте, да? Как я понял. Ну я-то... Вы теперь, я вам дал эту ссылку. Открывай свой рабочий стол. Игнатьич, послушайте меня, пожалуйста. Да, давай. Я разрываюсь, ору, у меня нету сил никаких орать. Послушайте. Господи, пожалуйста. Я вам дал эту ссылку. Вот там вам заходит этот самый человек, кому вы хотите дать эти книги. Вы человеку теперь просто ссылку эту давайте, эту ссылку, которую я вам дал. И человек будет заходить спокойно и скачивать без проблем. Как я ему эту ссылку дам, когда она на рабочий стол ко мне заводит? Не, да вы не поняли. Я не понял, но я не могу и понять, у меня такого не было. Я должен расспросить-то. Это каждый человек вскрывает, и у него та же высвечивается сохранить, как это. То есть вам на рабочий стол сохранить, та же, как у вас. Только он на свой компьютер сохраняет. А что он будет сохранять-то, когда у него... Володь, ты зайди к себе. Володь, послушай. Воу-воу. Да я слушаю. Зайди к себе на компьютер и покажи вот то же самое. Вот зайди по этой ссылке. Я вот сейчас дам. Я вот смотри, а он тебе включен? Да, включен. Сергей, а скажи, а где эти книги-то находятся? Который ты дал ссылку. Которая ссылка? На рабочий стол ссылка-то. Сейчас я тебе дам. Ты включи мне, а я покажу. Я четыре раза уже пытаюсь зайти, и только рабочий стол она показывает. Скачивай, что хочешь. Если это для меня, я понял, а мне еще скачивать. Нет, ты сейчас, Володь, ты сейчас зайди. Натич, подождите. У меня идет такое воспаление сильное в мочевом. Я не говорить очень больно. Сейчас, Володь, я дам эту ссылку, и ты зайдешь, такую же ссылку дам. Вы вот себе что-то накрутите, и сейчас, вас бесполезно переубеждать потом. Сейчас, ну, Володя, пускай там себя посмотрит. Ему ссылку дать? Или как? А он сейчас сам даст. Вот это, которое мне забросил, ему забросить. Пускай, куда он пойдет? Я пойду к нему смотреть. Да, сейчас я вот ему дам эту ссылку. Сейчас, ну, да. У него лично. Лично его, и пускай он там это... Все, а сейчас вот идите, смотрите, я ему пересылаю. Все, Володь, переслал, вот переходи по ней. Все, Игнатьич, идите, смотрите. Да, да, я сейчас тебе еще раз это сниму. Теперь, чтобы у меня здесь она осталась. А то уйдет. Вот я ее загнал. Так, ну давай. Ну что мне? Выключай. Ничего не надо, выключай.